В Северском районе введен режим ЧС. Сложная ситуация в поселениях связана с таянием снега и обильными дождями. Талая вода наполнила реки Афипс, Иль и Убин, дойдя до отметок опасного явления. Мгновенно наполнились кюветы и ерики, ушли под воду дороги. В ночь со 2 на 3 февраля в районе не утихала работа. Муниципальные службы, МЧС и спасательные отряды вели мониторинг уровня воды, откачивали воду и помогали населению. В станице Северской оборудовано 970 метров отводных каналов. В 7 поселениях развернуты пункты временного размещения с горячим питанием и местами для сна. В 10 населенных пунктах, подверженных подтоплению, организованы временные посты. Также там расставлены силы и средства МЧС России. Контроль обстановки осуществляется оперативной группой Главного управления. Ситуация находится на круглосуточном контроле межведомственного оперативного штаба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Оказались потоплены придомовые территории и жилые помещения. По состоянию на 8 утра 3 февраля потоплено 107 участков и 8 домов. В некоторых поселениях возникла необходимость эвакуировать население. По последней информации, в пункты временного размещения доставили 26 человек, среди которых 14 дети. Сложная ситуация не только внутри станицы поселков, но и на дорогах. Стихия не обошла федеральную трассу Краснодар-Новороссийск. В районе поселка Фипского затруднено движение. Ведут дежурство экипажи ДПС. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются в настоящее время.